В этом доме для меня было сделано собрание, где читали назидание, можно что и что нельзя. Я из дома выхожу просвещенным человеком и уже не спорю с веком и по правилам дышу. Но свободный птиц полет наведет на размышления, и как будто сожаление в глубине души мелькнет. А быть может, ничего, что я пробую иначе, а быть может, что-то значит то, что сердце сберегло. Ибо в этом тоже есть что-то ясное такое, изначальное, простое, то ли совесть, то ли честь. Глупая история с товарищем Василием. По городу ветер, по городу лужи, товарищ Василий выходит с работы. Он галстук у горла затянет потуже, он спросит негромко: вселенная, что ты? Та-н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 а. А наш отвечает: ты шел бы домой, ведь ты ж не философ, ты мастеровой. Та-да-да-та-да-да-та-да-да. Товарищ Василий шагает в пивнушку, сражен этой новостью, как говорится. Там пьет на свои, там находит подружку и плачет плечо, и желает жениться. Та-да-да-ла-да-ла-да-ла-да. Та-да-да-ла-да-ла-да-ла-да-ла-да. А наш отвечает: ты шел бы домой, ты пьян, ты без денег, ты явно не мой. Та-да-да, та-да-да, та-да-да-да-да. Тоска и туман, и обида, и проза. Товарищ Василий бросается к людям, кричит: где ж вы юности и глупые грезы? И что же со мною с отверженным будет? Та-да-да-на-да-на-на-на-на-на-на. Та-да-да-на-да-на-на-на-на-на. Подходит сержант, говорит: боже мой, тобою я выполню план годовой. Та-да-да, та-да-да, та-да-да-та-та-та.